Сьогодні ми відмічаємо День сухопутних військ України. І з цього приводу ми запросили Сергія Василенко, заступника завідувача кафедри військової підготовки. Я вас вітаю, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо. Хотілося б, щоб і ви привітали наших військових, що б ви хотіли побажати у цей день? Я поздравляю всіх тих, хто причастен к сьогоднішньому празднику, Дню сухопутних військ. Сьогодні практично 20-та годовщина, сухопутні війська були створені в 96-му році, але указом президента України іменно з 97-го року в цей день відмічається День сухопутних військ. Тому я желаю, щоб швидше наступив мир, желаю армії швидше стати на ноги, підняти свою мощь, щоб в сім'ях завжди був мир, счастье, спокойствие, и чтобы все те, которые они поставили перед собой мечты, чтобы всегда сбывались. Ну что ж, спасибо вам за такие поздравления. Так, дякую. Вот. А вы, как заступник кафедры, вот мне интересно, как вы сами готовите наше молодое поколение до дорослого життя, до військової службы? Ну, хочу сказать, что мы как раз кафедра, которая именно готовит юношей и девушек к сухопутным войскам в первую очередь. Да. Мы готовим командиров десантных войск, командиров механизованных войск, офицеров парашютно-десантной службы. И с этого года мы начали подготовку социальных психологов. Как раз большинство на эту должность сейчас идут девушки. Мы очень много внимания уделяем не только обучению, но в первую очередь и военно-патриотическому воспитанию, чтобы они были сформированы как гражданин, как патриот. И я думаю, что военная кафедра, как никакое структурное подразделение, которое есть на Николаевщине, принимает самое активное участие во всех мероприятиях. А какие самые заходы можно приклады привести? Какие заходы было, что вот эти те, которые выховывают наше патриотичное выхование у детей, чи еще что-то такого? Что особенно? Так, так. Но особенно у нас уже такая создана целая система военно-патриотического воспитания, мы начинаем каждый год спартакиаду, которая посвящена Дню Победы, и мы в мае месяце подводим итоги, каждый месяц мы проводим соревнования. Мы проводим различные конкурсы, тематические вечера с участниками боевых действий, с участниками АТО. У нас очень много выпускников, наверное, более уже 200 человек, которые прошли службу в АТО. И преподаватели, они всегда у нас долгожданные гости. Мы ухаживаем за могилами воинов, особенно на нашем некрополе. Значит, мы проводим активную участь в посещении музеев города Николаева, изучаем историю города Николаева. Ну, довольно-таки широкий спектр работы. Проводим семинары, научные конференции. Да, до этого мы активно проводили и военно-патриотические игры. Вот была Зорница, сейчас Жура, то есть мы принимаем активную работу со школами, с учениками. У нас есть военно-патриотический клуб ГАРД, где такая самая популярная секция, это секция парашютного спорта, где имеют возможность совершить прыжки с парашютами девчонки и мальчишки, и не только студенты, и ученики школ. То есть очень активно мы проводим. А вот насколько долго нужно готовиться к тому, чтобы первый разочек прыгнуть с парашютом? Вот мне интересно. Ну, по-разному. То есть вообще, если в нашем клубе ГАРД, они проходят, по воскресеньям занимаются и учат теоретическую часть, а потом уже весной, как правило, совершают прыжки. Но для желающих там есть такая ускоренная программа. Они пару дней буквально изучают или в тандеме с инструктором, или инструктор, то есть им укладывают парашюты инструктора, они только совершают прыжок. Декілька днів? Тань, ты не побоялась за декілька днів? Ні, я б не хотів. Я б місяцями вивчав теорію. Есть такие, которые только приходят на поле и сразу через час уже совершают. Даже такое есть. Даже и такое есть. Я не знаю, я краще сам би місяцями вчився складати сам парашут. Але не стрибнув би. Ні, я був би певен, що він правильно складений. Я ж не можу, щоб хтось за мене робив, це дуже важко. Ну, я хочу сказать, что даже бывший мэр, Валерий Дмитрий Чайка, он тоже, даже есть фотографии в муниципальном коллегии, когда он прыгал с парашютом. То есть ты стрибнуть кожен если, может, так? Если уже наш бывший мэр прыгал, то нам страх. В любом случае с тобой необходимо. Добре, добре. Ну, оскільки у нас ранкова програма, то мені цікаво, як ранок справжніх військових починається. Ну,
одягаєтесь, напевно, за одну хвилину чи за 30 секунд, потім зарядка, а потім сніданок. Як він починається? Я думаю, що спочатку зарядка, потім все ж таки одягається. Головне зарядку робить, я зрозумів, так. Ні, ну, утро воєнного стабільне, да, та підйом. Ми привикли вже з юношеських літ одягатися дуже швидко. Потім, звісно, зарядка, і після зарядки вже небольшой завтрак, да, і всі йдуть на службу. О, це цікаво. Утро години починається ранок військового. Ну, значит, у военных ненормированный рабочий день, поэтому в зависимости от того, какая задача на этот день, кто присутствует на подъеме, он приходит в 6 утра, у кого есть больше времени, он может прийти к 8. Но мы, как уже военные преподаватели, у нас рабочий день начинается с 8 утра. Ненормированный рабочий график. У нас есть еще спины, знаете, вы с вами. Татьяна, бачиш, спочатку одягається, потім зарядка, а потім у нас сніданок. І оце найцікавіше. Як ви снідаєте, ми тут принесли сухпайок. Тобто справжній сухпайок військових, хочеться подивитись, з чого він складається взагалі. Скажіть, що ви саме принесли? Ну, тут два сухих пайка, один сухий пайок Збройних сил України, один сухий пайок натовський. Це я не можу терпіти, можна вже подивитись, мені ж цікаво. Хочу одразу сказати, що зараз розроблено новий сухий пайок для Вооружених сил України, але, к сожалению, ми ще не маємо таких образцов, хотя уже все знают, что он разработан и в ближайшее время он будет. Это тот, который действует. Из чего же состоит? Да. Так, давайте вытягать уже. Сухой паёк, кстати, если все вспоминают часто советскую армию, там было все довольно просто. Три банки консервов, галеты, сахар и чай. Так, а я здесь, смотрю, здесь у нас написано «обед». Да, здесь все разделено. То есть сніданок. Можно я дотрухнусь? Да. Так, это у нас сніданок, правильно? Сніданок, да. Так, пакунок с написом «сніданок». Что у нас входит? У нас входит печиво. Галеты, да. Непогано. Так, далее. Еще печиво. Печиво мало не бывает. Далее была серветка. Добре. Після. Так, далее у нас цукор и консервы. Визит. Непогано. Так, що у нас ще? О, на цьому не закінчується. У нас ще є два стіки з медом, натуральний квітковий, і кава! Кава, серйозно. Такий же завтрак без кофе. Добре, непогано, давайте розкладемо. Я скажу, що у нас є ще подобне таке же на обід і на ужин. Вот. То есть такой сухпайок включает в себя полностью, так да, скажем, рацион полного дня. И удобно, что уже не надо распределять самому. Тут взял пакет и соответствующее все уже. И здесь хотелось бы обозначить, что на пакете еще указано все, что, я так понимаю, да, входит в него. Именно то, что то есть нам указано, не обязательно даже открывать, мы можем спокойненько прочитать о том, все, что там находится. Еще что там есть? Так, у нас банка консервы местные. Консерви м'ясні, мед, кава, чай чорний, цукор, серветки, галети. Все те ж саме, тільки більше. Разнообразие консервов. А що ж входить в сухпайок НАТО? Ну, натовський... Какая разница большая у нас? Ну, во-первых, в чем преимущество, будем говорить, натовских пайков, в том, что они могут храниться около 10 лет. То есть, да. На самих коробках, где идут пайки, там даже есть методом голограммы, которая показывает тепловой режим и режим хранения, и можно сразу посмотреть, они еще пригодны для потребления или нет. А наш термин придатности сколько? Наш термин придатности написанный и на цьому, и он резонанитный, да, заряженности. Ну, хочу сказать, что тут, кстати, на сухпайке НАТО написано, что это собственность США, и она запрещена к продаже. А если не секрет, где вы его? Полтора года срок годности нашего сухпайка. Но я хочу сказать, это свидетельствует о меньшем количестве консервантов, вероятнее всего. Да, потому что здесь в основном все в сухих продуктах. Ну, хочу сказать, что по качеству пищи, конечно, наш... Ну, давайте дистанцию уже наконец покажем. Ну, и хочу сказать, что у них в натовском сухпайке, вот тут написана цифра, у них вообще 24 вида. То есть, вот какой, если 20-й вид, можно знать, что именно входит в этот 20-й. Так, что же у нас входит? Консерванты. Да, очень много сладостей я вижу. Вот, всякие ну, салфетки, спички, да, туда, в том числе и даже салфетки есть для протирания обуви. Кофе тоже есть. Ну, в чем еще удобство, хочу сказать, единственное натовское сухпайка, что здесь
есть пакетик, куда можно наливать тот же джуз, то есть он и растворять в этом пакетике. И здесь есть специальное вещество, которое может подогревать консервы. То есть наливаешь воду, складываешь, ложишь пакет для консервов, и оно нагревается. Это самоподогрев. Да, самоподогрев. Це дуже зручно. Ну що ж, Сергій Михайлович, дякую, що ви прийшли, дякую, що розказали, як проходить ваша робота на кафедрі, як проходить сніданок і взагалі кожного. Хочу сказати, що сьогодні ж на кафедрі день відкритих дверей. Ого. 14.00, всі студенти вузів мають право прийти на кафедру, ми приглашаємо в день сухопутних військ на день відкритих дверей на нашу кафедру. Колодязна 21. Чудово. А я нагадаю, що з нами був Василенко Сергій, заступник завідувача кафедри військової підготовки. Дякую, що прийшли.